квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Личностные отношения с людьми, число рождения которых 2, 4 или 7, то есть родившимися 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 или 31 числа каждого месяца являются благоприятными. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Редко встречающийся в именах звук У воспринимается на слух свежо и оригинально. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву Б, называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук Б в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Звук Е также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук У дает человеку активное воображение. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. В скором времени эти люди замечают, что их тянет жить или просто подолгу находиться в домах или квартирах с номерами числа 4. Например, 4, 31, 13, 40, 121 и тому подобное, где происходят знаковые встречи и знакомства, которые, как правило, больше связаны с духовной стороной, нежели с материальной. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.